Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Демонтажные работы. Телефон 27 95 22. В компанию «Газпром Межрегионгаз Оренбург» требуется уборщица на постоянное место работы. Соцпакет. Телефон 98 02 19. В оптику «Дилор» в город Гай требуется продавец. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Телефон 43 00 34. Фирма «Оренклип» приглашает на работу наладчиков станков с ЧПУ, а также операторов наладчиков с ЧПУ. Гибкий график, высокая оплата труда. Обращаться по телефону 40-22-46 или на электронную почту info@orenklip.ru. Требуется рабочий истопник. Работа в ночную смену. Телефон 92-94-04. Требуется водитель с категории С, а также скотники. Звонить 22-05-45. На завод крупнопанельного домостроения требуются грузчики, формовщики, электросварщики, а также слесарь. Телефон 25-56-38. Работа. Оплата от 60 до 100 тысяч рублей. Звонить 96-95-99. Требуется повар в шаурмичную. Телефон 96-75-02. В управляющую компанию требуется главный бухгалтер, водитель с личным автомобилем, дворник, уборщица подъездов, а также разнорабочий. Телефон 43-00-33. Требуется грузчик. Заработная плата высокая. Телефон 92-12-20. Требуется продавец колбасных изделий с опытом работы и санитарной книжкой. Телефон 25-98-77. В гостиницу «Виктория» требуется администратор. График работы сутки через трое. Телефон 220-919. На завод бурового оборудования требуется уборщик, контролер ОТК, стропольщик, токарь, а также фрезеровщик. Телефон 75-46-60. В автокомплекс требуются автомойщики, администратор и шиномонтажник. Телефон 262-104. В ЖЭО «Ремстройсервис» по улице Карагандинской, 94/1, требуется слесарь-сантехник, разнорабочий, а также дворник. Телефон 450670. В компанию «Рыбная лавка» требуются продавцы. Телефон 96-20-45. В гостиницу требуются дневные и ночные горничные. Звонить 22-42-94. Частной пивоварне «Бирквелле» требуются продавцы. Телефон 8-966-969-36-94. На автомобиль «Шакман» требуется водитель. Телефон 281-700. Требуется механик по выпуску транспортных средств. Сменный график, заработная плата от 25 тысяч рублей. Телефон 8-922-625-03-85. На предприятие требуется оператор розлива, а заработная плата от 30 тысяч рублей. Звонить 54 11 70. Требуются водители категории С. Оплата 4500 рублей в день. Телефон 8-909-605-53-38. Требуется продавец на рынок Петровский. Телефон 38-77-22. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917-770. Требуются охранники. Звонить 8-919-619-62-22. В поселок Южный требуются шиномонтажники, грузчики, а также уборщица. Телефон 228-248. В кондитерский цех на постоянную работу срочно требуется кондитер и пекарь. График работы 2 через 2. Звонить по телефонам 209-509 или 57-25-01. В строительную организацию требуются слесарь-сантехник, сварщик, водители категории С, Е, а также монтажники навесного вентилируемого фасада. Телефон 230161. Требуются охранники. Обращаться 20-20-25. В ювелирный салон требуется уборщица. Телефон 77-35-61.
Требуются охранники. Телефон 92 14 09. Организации требуются: на новые самосвалы водители категории С, Е, машинисты экскаватора, бульдозера, погрузчика, автогрейдера, виброкатка и автокрана, а также автослесари, автоэлектрики и газоэлектросварщики. Высокая заработная плата. Работа вахты в Оренбургской и Челябинской областях, Башкортостане и Казахстане. Подробности по телефонам 8 965 692 6013 или 8 965 692 6013. Требуются водители на развозку, механик, диспетчер, а также машинисты экскаватора и крана автомобильного. Телефон 66 88 33. Требуется продавец. Звонить 970 078. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 43 73 73. В распределительный центр «Магнит» требуются кладовщики, отборщики и работники склада. Гарантируем заработную плату от 72 тысяч рублей, официальное оформление, социальный пакет, питание и доставку на работу. Звонить по телефону 8 961 903 70 12. Компании «Складсервис» требуются сторожа, грузчик-стропольщик, крановщик, а также кладовщик. Обращаться по телефонам 23 76 64 или 23 76 71. В магазин игрушек требуется продавец. Телефон 92 78 65. Требуется продавец в поселок Кушкуль. Телефон 38 77 22. Требуется водитель категории С, Е на межгород. Телефон 42 61 61. В автосалон требуется уборщица. Телефон 8 922 849 3903. Требуется электромонтажник. Телефон 94 70 14. В салон керамогранита и напольных покрытий требуется продавец-консультант без опыта работы. Обучение за счет работодателя. Заработная плата при собеседовании. Телефон 40 00 35. В Оренбургстат на государственную гражданскую службу требуется специалист по кадрам с высшим образованием и с опытом работы в единой информационной системе управления кадровым составом. Телефон 72 73 38. Общественная организация «Золотые руки Ангела» приглашает волонтеров с навыками шитья для изготовления носилок и передачи их в зону проведения СВО. Пункты пошива в городе Оренбурге: ТК «Снегири», улица Терешковой, 261, улица Маршала Жукова, 48, а также храм Покрова Пресвятой Богородицы. Обращаться по телефону 8 961 629 97 87. Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.